Все эти лаборатории напоминают шлюзовую систему отсеков с большим количеством дверей, которые... При аварии, как в подводной лодке, задраиваются. Серьезно подготовились ребята. Так, схема помещения есть. Система безопасности перезагружается. Вот координаты первого блока, я вам высветила. Можете продвигаться. Скиф, возьми себе кого-нибудь в подмогу, а мы постараемся не пропустить сюда взрывников. Вы уж постарайтесь. Перспектива быть покусанным лаборантами не радует. В том, что мы подхватили заразу, я не сомневаюсь. Но с чего вы взяли, что здесь есть вакцина? Все следует из секретных архивов. Совершенно точно, что параллельно с боевым вирусом здесь разрабатывалась вакцина. Я надеюсь, разработчики вакцины работали не хуже тех, кто делал вирус. Мы еще не все прочесали. Нужно проверить все лаборатории. Твою мать! Ничего не осталось! Только пустые упаковки! Зомби лекарства использовать не могли. Значит, тут есть здоровые люди. А раз они здоровые, значит, у них есть вакцина. А раз у них есть вакцина, значит, нам надо их найти.
Вероятность, что охрана базы имела противогазы и не заразилась, существует. Но почему они не сообщили себе до сих пор? Все, хватит тут стоять, не теряем время. Скиф, в соседней лаборатории должен быть вход на склад. Открой его. Остальные за мной. Три года назад был подписан договор о свертывании разработок, связанных с оружием массового поражения. По нашим сведениям, договор соблюдается не всеми участниками Союза. В связи с этим наши исследования тоже не были остановлены полностью. Два дня назад база, которая по всем документам не должна существовать, стала посылать сигнал на открытой частоте. Сигнал не поддается дешифровке, однако объединенные силы рано или поздно обнаружат его источник. Остров, на котором расположена база, находится на нашей территории. И у нас могут возникнуть проблемы с контрольной комиссией Союза. В первую очередь вы должны отключить сигнал передатчика. И это не все. Помимо лаборатории, на территории базы расположены 4 пусковые шахты межконтинентальных ракет. Скиф, тебе совсем не интересно? Это грозит еще более серьезными проблемами. Задача номер 2. Обеспечить эвакуацию персонала и уничтожить базу.